В Химках спортивные соревнования теперь устраивают и в обычных дворах. На площадке у дома номер 18 на проспекте Мельникова для маленьких химчан устроили веселые старты. Мероприятие посетили не только дети и их родители. Например, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике Ирина Худорожкина рассказала юным спортсменам о своей карьере. Я сама мама двоих детей. Город преобразился, площадки детские очень много и открыли и площадки, и в парках всякие аттракционы. Конечно, молодцы, они стараются. Но чтобы такие мероприятия проводили, я еще пока не видела, не знаю, не участвовала, не видела. К веселым стартам присоединилось большое количество детей и их родителей. Бек Айпетов в этом дворе работает дворником. О веселых стартах знал заранее, привел поучаствовать и своих детей. Каждый месяц два раза будет. Отлично. Мы тоже участвуем каждый. Хорошо. Что больше всего понравилось? Веселые старты включили в себя целый комплекс упражнений. Это прыжки на скакалках и в длину, отжимания, занятия с гирей. А главным соревнованием стал футбол.